Решить вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства придомовых и общественных территорий. Узнать о положенных социальных выплатах и льготах можно, не выезжая за пределы родного поселка. В Лунево начала работу выездная администрация. Олег Янин проживает в деревне Поярково. На прием в управление благоустройства администрации округа обращается от лица всех соседей. Жители просят благоустроить детскую площадку, отремонтировать дорогу и починить фонарные столбы. Вместо того, чтобы дежурно зафиксировать заявку на бумаге и приступить к решению вопросов позже, Олегу Янину тут же предлагают проехать на место, чтобы воочию оценить реальное положение дел. На всех улицах есть фонари, но ни один фонарь не работает. Буквально каждый метр территории, где, по мнению заявителя, необходимо провести целый комплекс работ, фиксируется на камеру смартфона. Кадры для наглядности, чтобы профильным службам было понятно, с чем придется работать в ближайшее время. Олег Янин результатом своего визита доволен. Признается, не думал, что к решению озвученных им вопросов приступят так быстро. Всегда надо общаться вживую, чтобы смотреть собеседнику в глаза. Тогда, хотя диалог будет понятен друг другу. Еще одна задача, которую предстоит решить профильным ведомствам – транспортная доступность Луневского. Перед началом работы выездной администрации в телеграм-канале главы Химок Дмитрия Волошина прошло голосование по самым важным вопросам, требующим немедленного решения. Большинство пользователей оставили свой голос в графе «Дороги и общественный транспорт». Жители обращаются на нарушение графика движения муниципального маршрута номер 36, который следует от Сходни до Лунева. Отделом транспорта взята на контроль транспортная работа перевозчика. Перевозчику дано указание усилить технический контроль за подвижным составом и провести повторный инструктаж с водительским составом о правилах пассажирских перевозок. Поселение Луневское вместе с Кутузовским стали частью городского округа с начала этого года. По инициативе главы Химок первая выездная администрация этого сезона проходит именно на новых территориях. Безусловно, не всегда людям удобно, допустим, в рабочее время отпроситься с работы, выехать на прием к заместителям курирующим. Поэтому удобнее, конечно, приезжать в территориальное управление. Администрация будет проводить приемы жителей до субботы с 9 утра до 6 вечера. Обратиться можно по самым разным вопросам. Все управления находятся в Луневском на дежурстве. Люди, естественно, приходят сюда с большим удовольствием, потому что ехать никуда не надо. А вопросы решать на месте – это самое, наверное, актуальное, что существует для людей. За первые несколько часов работы выездной администрации в Луневском на прием пришли более 30 человек. Некоторые заявители обратились сразу с несколькими запросами к специалистам разных профилей. Выездные администрации в течение лета проведут во всех микрорайонах округа. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.